Это железная дорога с заброшенным вокзалом. Именно где-то здесь и живет этот клоун-убийца. О, господи, Бонд, это клоун-убийца! Чё творим, бро, меня зовут Саргионис, и бро, сразу же бери подписываться на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь, бро, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же там не очень нравится. Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, потому что сегодня будет реально очень жесткое видео. Еще в прошлом видео, когда я снимал реального сиреноголового, я потерял свой дрон, он просто его украл. Благо, Банда, сегодня я уже купил себе новенький дрон, но это уже версия комбо, здесь намного больше батарей, аж целых 3. То есть, получается, я теперь смогу намного больше летать, а то я сниму намного больше всего. А также, Банда, в прошлом видео я пообещал, что сниму реального клоуна-убийцу. И вы не поверите, Банда, но сегодня мы уже прибыли на это место. Это железная дорога заброшена. Вокзалом. Именно где-то здесь и живет этот клоун-убийца. Об этом месте ходит лишь одна легенда. Уже несколько лет люди, которые останавливались на этом вокзале, пропадали без вести. Их просто больше никто не видел. А тем, кому удавалось выжить, рассказывали о страшном клоуне-убийце, который их просто пытал издеваться над ними. Вы только вдумайтесь, эта банда, это очень стрёмно звучит. И после этой страшной легенды на этом вокзале больше никто не останавливается. Даже ни один поезд больше здесь не стоит, потому что все очень боятся встретиться с этим клоуном-убийцей. А мы, банда, естественно, сегодня сюда приехали, чтобы снять его на наш дрон. И, банда, если и на этом видео наберется 10 тысяч лайков, тогда отправлю заброшку около школы, который живет реальный Фредди-аниматроник. Только вдумайтесь в это. Там просто без вести пропадают дети и говорят, что их ворует какой-то робот-медведь. Мы обязательно туда отправимся, банда, только поставь свой лайк. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в своих с Настей инстаграмах мы общаемся с вами, банда. Всего лишь тебе нужно это подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти, написать нам директ. И все, уже совсем скоро мы тебе ответим. Так что скорее будите, ссылка в описании, ставь лайк. А тем временем, Банда, мы запускаем мой дрон и отправляемся на поиски клоуна-убийцы. Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон и отлетела к тому месту. Чтобы вы понимали, мы находимся аж за километр от того места, чтобы не быть там. Потому что нам очень страшно. Вдруг там живет реально какой-то клоун-убийца. Окей, Банда, Настя уже запустила дрон, и он уже там находится. Просто посмотрите на это. Окей, вот эта железная дорога, о которой я вам говорил. Просто жесть. И многие-то здесь и ходит этот клоун-убийца. Если честно, Банда, мне слабо верится в эту легенду. Мне почему-то кажется, что просто на этом вокзале мало кто останавливался, и именно поэтому он больше не работает. Тем не менее, бро, легенда из легенды. Сегодня мы это проверим, а если мы уж снимем реального клоуна-убийцу, это будет просто нечто. Окей, банда, вот посмотрите, как красиво здесь выглядит. Окей, в принципе, здесь больше ничего нету, как я вам говорил, вокруг только одни поля. Окей, что происходит, Настя? О, господи, мне кажется, летит какой-то поезд, банда. О, черт, вы видите это? Это просто жесть, нам удалось даже это снять. Господи, это просто жесть, как же это красиво. Окей, Суприм Банда, поезд пусть едет по своим делам. Сегодня же мы здесь за клоном убийцы. И, кстати, заметьте, этот поезд здесь не останавливался. То есть получается, что тут вокзал вообще не работает. Окей, банда, тем не менее, мы здесь в поисках этого клона. На самом деле, он может быть где угодно. Или же где-то около железной дороги, или же где-то в этих деревьях. Мы не знаем этого, банда. Тем не менее, сегодня я хочу его найти. И посмотрите, банда, видите это здание издалека. Это этот вокзал. Как я говорил, он очень стрёмный. Окей, видите, здесь ничего нету. Если вы сейчас смотрите там вдаль, там будет видно какой-то сарай. Вон там вдали было видно, там находимся мы. Это этот вот. Окей, тем не менее, бро, я пока здесь ничего не вижу. Только поезд и все. Нету никакого клоуна-убийцы. Тем не менее, думаю, что нам нужно еще здесь немного полетать. Потому что, если он прячется где-то в этом лесу? Я уверен, банда, что он здесь должен точно быть. Ведь, как мы знаем, банда, легенды просто так не появляются. И, кстати, банда, что вы понимали, здесь очень опасно летать, потому что здесь очень много проводов. Окей, вот Настя повернулась к этому лесу, посмотрите. Я пока что не вижу там никакого клоуна-убийцы, если честно. Здесь очень густой лес. Но для начала нужно понять, что клоуну уже где-то нужно жить. То есть получается, у него где-то должен быть свой дом. И он может также само находиться в этом лесу. Но я пока что не вижу никакого дома, никаких стен, никакой крыши. Возможно, клоуна даже здесь нигде нету. Окей, Суприм Банда, Настя, прилетай дальше, и мы все еще ничего не видим. Просто поля и деревья. Окей, с другой стороны тоже нужно, наверное, посмотреть. Здесь тоже ничего не видно, тоже есть какая-то дорожка. Кстати, окей, я вроде бы не вижу никаких домов. Никакого даже шалаша на деревьях нигде нету, чтобы он там где-то жил. Тем не менее, бро, это уже очень стрёмно. Окей, Суприм Банда, я не знаю, что делать. Возможно, нужно полететь к тому вокзалу, и тогда мы его увидим. Окей, Настя, поворачивай вправо, посмотрите. Там далеко видно какой-то поселок. Вы это видите, банда? Там есть озеро, есть реально какой-то поселок. Черт! Окей, ну мы здесь не за этим, мы ищем клоуна-убийцу. Окей, я не думаю, что нужно куда-то далеко отлетать от этого вокзала. Потому что легенда говорит, что он только живет где-то здесь, в этой местности. Поэтому мы будем его здесь искать. Окей, Суприм Банда, кроме железной дороги, мы больше ничего здесь не видим. Но все же я очень хочу увидеть этого клоуна-убийцу.
лицо. Потому что я реально надеюсь, что он реально существует. Тем не менее, бро, Настя все еще здесь летает, и я пока что ничего не вижу. Окей, обычная железная дорога, ничего необычного. Даже поезда здесь ездят, как всегда. Окей, супербада, тем не менее, где-то здесь там был тот вокзал. Я думаю, что нужно к нему немного подлететь. Окей, видите, это банда. Он сам по себе уже стрёмный, не то чтобы там какого-то клоуна бояться. Окей. О, господи, ты видишь это? Там в кустах еще какой-то дом. Черт, Супрембанда, это уже интересно. Там реально в кустах еще какой-то дом. Возможно, именно в этом дому и живет тот самый клоун-убийца. Господи, просто жесть. Там реально какой-то заброшенный дом, банда. Окей, Настя, хватит детей туда. Это слишком опасно. О, черт, это просто жесть. Около вокзала был какой-то дом. И есть огромная теория, что там живет реальный клоун-убийца. Но все же, банда, давайте посмотрим, что мы еще сегодня здесь снимем. Окей, банда, в принципе, ничего примечательного. Стой. Ты видишь, это около столпа, там что-то лежит. Да, вижу. Там похоже на какие-то вещи. О, господи, ты видишь? Попробую полететь ближе. О, черт, Супрембанда, кажется, мы что-то видим. Там лежат какие-то вещи, по-моему, или что это? Это не очень похоже на какие-то кусты. Тем не менее, бро, я пока что ничего не понимаю. Попробую полететь ближе, получается? Да, сейчас. О, господи, похоже, там сверху очень сильный ветер, именно поэтому дрон так медленно опускается. О, черт, Супрембанда, вы видите это? Там реально что-то лежит, но я пока что слабо разбираю, что. Это очень сильно похоже на вещи, но на какие? О, черт. О, господи, что это? Там лежит какой-то портфель или что это такое? О, господи, Супрембанда, а что если это уже клоун-убийца кого-то убил? И так просто остались вещи. Тем не менее, пока что трудно что-то рассмотреть, я пока что ничего там не вижу. О, черт, что это? О, Настя, это же похоже на велосипед, ты видишь это? Да, вижу. Один и второй велосипед, один лежит, а третий стоит. О, черт, Супрембанда, вы это видите? Это просто жесть. Окей, здесь никого нету, тогда чье это? Мы облетели здесь все, здесь никого не было. Ой, черт, это уже реально очень подозрительно, Супрембанда. Тем не менее, то, что мы видим, это реально пугает. Окей, там лежит какой-то портфель, и два велика просто лежат. Окей, банда, это уже очень стрёмно, потому что если я сделал клоун-убийца, просто вдумайтесь в это. Возможно, кто-то просто забежал куда-то в лес, или кто-то пришел летом по грибы, что очень маловероятно. Тем не менее, бро, я пока что здесь ничего не вижу. Господи, это все так стрёмно, все так загадочно. Ничего не понятно здесь. Сиреной головом было легче, чем здесь. Окей, о, посмотри. Там идет какой-то рабочий. По куртке, в принципе, можно понять, что это какой-то рабочий. О, господи, это просто жесть. Он идет к этим вещам. Возможно, это его вещи. О, черт, Супрембанда, что он вообще делает? Он просто их прошел. Окей, он что-то берет, вы это видите? О, черт, это обычный рабочий, но у него очень странные штаны. Вы видите это, банда? Черт, это просто жесть, что с ним? Он просто что-то подобрал и идет, он даже не обратил внимания на эти вещи. Возможно, банда, это его вещи. Но он один, там было целых два велосипеда. Тем не менее, бро, пока что мы за ним следим. Я только не понимаю, как вынес лежит наш дрон. Окей, Супрембанда, что происходит? О, Настя, он снял куртку. О, господи, банда, это клоун-убийца! Это реальный клоун, вы это видите? О, черт! Это просто жесть, это реально, он просто посмотрите на него! Господи, мы реально его снимаем, банда, вы это видите? Это реальный клоун, черт! Это такая жизнь, мне просто в это не верится! Он реально существует, то есть это легенда правда! Получается, клоун-убийца реально кого-то убегал! Банда! А то, что там были два велосипеда и какой-то портфель, неужели это клоун-убийца уже их убил? О, господи, банда! Что он делает, что с ним происходит? Он с кем-то разговаривает или что? Перед ним же никого нету, что происходит, банда? О, господи, неужели? О, черт! Я, кажется, понимаю, что не так. У него реальная шиза. Он видит какого-то воображаемого своего друга. Это просто жесть, банда, что с ним? Окей, он начал снова так странно ходить. Он очень странный, банда. Окей, я пока что ничего не понимаю, но это все реально очень стрёмно. Окей, мне кажется, что у него реальная шиза, и он представляет себе какого-то воображаемого друга с ним разговаривает. И я думаю, что он даже думает, что тот друг ему говорит, что нужно убивать. Господи, Супрембанда, мне реально очень страшно. Потому что с этим клоном реально происходит что-то странное. Вы просто видите его поведение. Он такой стрёмный, черт. Окей, он что-то делает, но опять куда-то пошел. О, господи, он снова с кем-то разговаривает, своим воображаемым другом. У него реально шиза, черт! Это просто жесть, банда, мне реально в это не верится. Мы стали реального клоуна-убийцу. О, господи, с ним что-то странное происходит. Я уверен, банда, что он убивает всех подряд, кого только видит. Я очень рад, что мы очень далеко от этого клоуна-убийцы. Тем не менее, бро, благо, у нас есть дрон, с помощью которого мы за ним следим. Что он делает? Он что-то ищет в этих кустах, вы это видите, банда? Интересно, что может вообще искать клоун-убийца? Возможно, это его пузыри или шарики, что он там обычно прячет. Окей. О, господи, банда, вы это видите? Это же топор, черт! Неужели этим топором он убивает всех людей? Просто жесть, банда, посмотрите! Окей, банда, Настя за ним следит, просто посмотрите! У него там реальный топор, черт!
О, господи, мне кажется, ли этот топор даже в крови. На кончику топора видно что-то красное, что очень сильно похоже на кровь. О, господи, Супрембанда, это реально жесть. Черт, что с ним не так? Просто жутко, посмотрите, как он ходит. А черт, окей, что он будет делать дальше? А возможно, он сейчас сделает какое-то убийство, просто представьте, это банда. Он просто остановился, он смотрит на нас. О, черт, он нам машет, банда! Окей, попытайся к нему как-то подойти, но очень аккуратно. Он нас позвал сам себе. Он все-таки знает, что мы за ним следим. О, господи. Это просто жесть, банда, посмотрите, как он нас смотрит. О, он реально злится. Черт, это просто жесть, вы это видели? О, господи, что с ним? Черт, отлетай скорее, а то он сейчас еще дроном поломает. О, господи, просто жесть, банда, вы видите это? Это реальный клоун, убийца, мы реально его сняли. Окей, куда она вообще убегает? Господи, что с ним не так, Супрембанда? Это просто жесть. Он куда-то убегает. Окей, Супрембанда, я думаю, что уже нужно заканчивать на этом. Потому что иначе он просто нам сломает новый дрон. Окей, Настя, я думаю, что нужно уже просто улетать, идти уже домой. Просто жесть, банда, мы сегодня с вами реально стали реального клоуна-убийцу. Мне просто в это все не верится. А чтобы вы понимали, все клоуны это переодетые люди. То есть, получается, мы сняли человека-убийцу. Просто жесть, банда. Этого клоуна нужно срочно сдавать в полицию. Я не знаю, что будет дальше, банда, но мне от этого реально не по себе. Тем не менее, провод в комментариях прошло видео. Просто в книжке к ней шикарные идеи, комментарии. А брось, вдруг ты хочешь в следующем видео, всего лишь минутная позиция ниже. Дарас, вот лайк, колокольчик и все, бро, тоже на видео. Лайк, колокольчик, комментарий на видео, бандит. Так что скорее все это делай. А также, бро, помни, 10 тысяч лайков мы отправляемся снимать Фредди аниматроника в реальной жизни. С нашего любимого дрона. Окей, Супрембанда, тем не менее, Настя уже почти вернулась. И, бандит, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!